Привет всем, друзья, с вами я, Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня мы с вами снова будем играть за Человека-паука. Ну что ж, друзья, в самом начале этого ролика хотел бы спросить вас, а знаете ли вы, из какой части данный костюмчик? Да, ребята, из какого, быть может, фильма вот взят этот костюм, может, Мстители или какая-то из частей Человека-паука? Напишите, ребята, об этом в комментариях, если вы знаете. Самый внимательный, наверное, все-таки найдет различия в костюмах. Вот я вот сейчас так внимательно его покажу. Да, вот кто, ребятки, нашел различия, кто знает, откуда этот костюмчик, напишите в комментариях, я, ребята, прочитаю. Ну, а также хотел бы, ребята, в самом начале этого ролика попросить у вас не забывать ставить лайки, если вы уважаете Человека-паука. Да, ребята, прямо сейчас, если вам нравится Человек-паук, и вы уважаете его, то не забудьте поставить лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ребят, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новенькие ролики на моем канале. Ну что ж, в общем-то, давайте, ребята, сейчас мы с вами кратко вспомним, на что способен наш Человек-паук. Давненько мы уже с вами за него, честно говоря, не играли. Вообще, это один из моих самых любимых персонажей в GTA-шке 5. И я вот думаю, то, что в скором времени нужно будет устроить за Человека-паука с кем-нибудь битву. Ну, например, знаете, с каким-нибудь крутым злодеем. В последнее время мы с вами посмотрели несколько крутых суперзлодеев, например, Дармаму там, да, или Бэтмен-монстр. Помните, да, такого? Вот. Я думаю, что можно против кого-то из них устроить поединок. Будет, наверное, очень круто. Вы пишите в комментариях, против кого. Вы там, кстати, голосовали за то, чтобы я за Бэтмена, там, этого монстра подрался против Дармаму и прочее, против Таноса и так далее. Короче, ребята, пишите в комментариях обязательно. Так, где тут у нас копы? Я все их жду, они что-то как-то не идут. Так, давайте-ка мы вертолет с вами вот так вот зацепим и маленько с ним поиграемся вот таким вот образом. Да, шикарно. Так, это тоже мы возьмем. Он там, видимо, спецназ хочет высадить. Воу-воу-воу, нифига его как закрутило. И вот так вот в стеночку мы его с вами вписали. Да, хорошо. Так, у нас тут с вами приехали копы уже. Давайте-ка мы с ними быстренько сейчас разберемся. Так, оп, получай, дружище. Так, за долю секунды мы их сейчас просто с вами разваляем, потому что у нас, ребята, как видите, ускорение, точнее, замедление времени. Мы для них сейчас движемся очень быстро. Так, машинка, машинка, так. Оп, хорошо, и сразу же открывается, смотри, блин, не успел нажать чисто на копа. Оп, хорошо, и давай сейчас того, давай в того. Вот, подбегаем, и паучье чутье просто, ребята, нам подсказывает, и мы его ударяем. Отлично. Так, ну что ж, давайте-ка, ребята, сейчас мы с вами маленько все-таки ускорим нашего Человека-паука. Точнее, дадим ему некоторое преимущество. Так, во-первых, я бомбочку вот так вот кину, чтобы эти чуваки от меня отстали, а то их что-то тут очень много скопилось. А мы с вами тем временем сделаем себе немножко улучшений. Вот, например, мы сейчас с вами сделали себе электрическую паутину, которая теперь будет у нас... Посмотрите, как работает. Она вот так работает. Взрывает, да, потому что она электрическая. Так, теперь можно вертолеты позрывать, а то они что-то спецназ тут начали выбрасывать. Так, давай, взрываем. Вот так вот. Хорошо. Че у нас там еще кто-то есть? Блин, ну тут что-то очень много копов, кстати. Но мы, в принципе, с ними очень легко разбираемся. Так, давай. Всех по очереди сейчас мы, ребята, с вами вырубим. А вообще, знаете что? Против людей самое крутое, что можно сделать, это использовать... Так, давайте мы выключим с вами электрическую паутину. Так, пошел нафиг. Так, лови гранату. Хорошо. Так, против людей самое лучшее, что можно использовать, это улучшение костюма. Да, ребята, улучшение костюма на электричество, потому что эта штука задевает многих, кто находится в радиусе нашего действия. Вот так вот, даже не обязательно бить по людям, все равно задеваются те, кто вокруг нас стоит. Так, вот таким вот образом, вообще шикардос. И тачки, кстати, теперь тоже будут намного быстрее взрываться. Да, но, как вы знаете, Человек-паук вообще так-то не злой, поэтому я просто так сейчас тренируюсь, сижу как бы. А так-то мы с вами сегодня, ребята, испытаем нашего Человека-паука, скажем так, не в ординарной ситуации. Такого еще никогда у нас не было на нашей памяти в GTA-шке 5. Так, ой-ой-ой-ой, меня уже маленько обстреляли все-таки. Да, я ж не бессмертный. Все-таки у меня есть жизни. На мне сейчас одеть все-таки не костюм же крутой, который дал Тони Старк, да, нашему Человеку-пауку, тот роботизированный. Все-таки, ребята, это маленько другой костюмчик, который более все-таки старый. Да. Ну что ж, в общем-то, давайте, ребята, сейчас мы с вами посмотрим на недавнюю опасность, которая возникла в Лос-Сантосе, очень-очень
непонятная штука, с которой сегодня мы с вами должны будем справиться. Я, ребят, нашел ту штуку, про которую я вам рассказывал, но мне кажется, вы маленько испугаетесь, когда ее увидите, потому что выглядит она вот так вот, черт побери, она выше, чем... пятиэтажное здание. Ну, давайте попробуем с ней подраться все-таки. Я, ребята, не знаю, что это такое. Пишите ваши догадки в комментариях. Так, я ее вроде как током ударил и приложил нормально так. Ой-ой-ой-ой, меня тут уже повалили очень хорошенько. Так, ох, блин, капец. Она еще и прыгать умеет. И прыгает, причем она очень далеко. Получай вот так вот. Я вроде как ей всадил достаточно неплохо. Но... ей не хватает этого. Ей не хватает. Она у нас стала. Так, эй, блин. Да что вы делаете? Меня все сбивают, посмотри. Видимо, все боятся, да? Так, ну что, давай попробуем подраться. Так, попробуем вот так вот. Два ударчика хорошо зашло, ребята, отбегаем. Блин, эта штука реально опасна. Эта штука очень опасна, и я думаю, что нужно быть маленько аккуратнее все-таки. Ох ты, задел, 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 задел. И давай, 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 в воздухе. Оу, нифига он меня... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, отбегаем, отбегаем. Эта тварь, ребята, просто безумно сильная. Напишите в комментариях, как вы думаете, откуда эта штука? Что это за вообще непонятное чудовище? Такое чувство, что оно реально из ада. Получай. Получай, давай, Человек-паук. Вот так вот. Паучья сила все-таки помогает мне. Паучья сила все-таки помогает мне. И используем нашу паутину сейчас, чтобы его вот так вот прикрепить к земле. Кстати, посмотри, это сработало. Это сработало. Так, а теперь давай раздадим ему чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой, он прикреплен, паутина держит, но вроде как все, больше она не выдержит. Эй, да блин, почему меня постоянно отталкивают все? Вы достали уже? Можно как-то тут закрыть движение, что ли, по этому городу? В этих местах. Так, давай попробуем. Попробуем, что это было? Куда? Куда он девается? Он где? А, вот он! А че он так упал? И куда-то под землю, что ли, провалился? Блин, GTA-шка, ты меня пугаешь маленько. Так, ну что, давай, попробуем тебя подловить. Так, ох, блин, он еще и спиной летать умеет. Ну да, это ж, ребята, огромный глаз у него. Посмотрите, глаза со всех сторон. Он видит и спиной, и головой, блин. Так, вот, он взял тачку, я прямо у него в руках ее взорвал. Так, отстань, отстань. Вот так вот отбегаем. Куда ты побежал, глазоголовый? Посмотрите, он уже, по-моему, отступает. Дружище, давай подеремся еще. Я ж тебя еще не выиграл. Получай вот так вот. У нас тут машинка приехала боевая. Это очень хорошо. Но, правда, ее уже нету. Пару ударов, и она сломалась. Блин, ну, это не очень хорошо, конечно. Этот глазоголовый решает, видимо, убежать от нас. Но я ж ему не дам этого сделать. Так, включаем, ребята, режим. Так, вот так вот, вот так, хорошо. И давай кидаем гранату в него прямо. Полетело, вот так вот. Ну, вот так, хорошо. Так, ребят, мы его с вами зацепили. Мы его с вами зацепили, и сейчас можно будет его маленько поразмазывать, как говорится. Вот так вот. Давай, вот так, хорошо, хорошо. Вот, он прям лежит, ничего сделать не может. То, что мы его с вами привязали, ребята. Да, его оглушило, причем оглушило хорошо. Я ж, походу, его сейчас просто так смогу убить. А, нет, он отвязался. Ой-ой-ой, как хорошо мне надавал. Да лови еще одну гранату. Вот так вот, блин, гранаты его просто, ребята, сносят его с ног. У меня есть, ребята, идейка. Если этот тварь не хочет погибать от моих ударов, давайте маленько попробуем его пострелять при помощи нашего миниганчика. Да, я взял вот такой крутой миниган, ребята. Мне кажется, что нашему глазоголовому должно быть сейчас не сладко, потому что отстреливаю я его прямо по полной. Блин, ох, ты прям на меня приземлился. Ну ты вообще офигел, глазоголовый. Я тебя сейчас реально просто убью. Где ты? Вон он ходит там. Ну, мне кажется, ему больновато. Ты посмотри, как он начал дергаться. Куда ты упал? Вот он, блин, бегает. Ну, посмотрите просто на него. Он реально какой-то, ребята, я не знаю, то ли бессмертный, то ли еще какой-то. Ему просто без разницы то, что я его стреляю. Жесть какая-то. Хотя вот что-то задергался. Ты посмотри, как ему плохо. Блин, этот глазоголовый, ребята, очень прочный. Я не знаю, сколько ему нужно ударов, чтобы он уже наконец-то отключился. Лови гранату и привязывайся. Привязывайся. Я его... Стоп. Он отрубился, что ли? Да ну нафиг. Блин, только как он отрубился? Он пол здания как будто проломал. Посмотрите, куда он зацепился.
Эй, блин, глазоголовый, я думал, ты еще будешь долго жить на самом деле. Но нет, мне хватило с ним поединка, ребята. Это было уж очень долго на самом деле. Я не ожидал, что он будет настолько выносливый. Но да. Ладно, друзья, ну что ж, в общем-то, я надеюсь, что вам данный ролик понравился. Я, конечно же, надеюсь, что вы поставили лайки, ну и подписались на мой канал, ребята. Пишите, в общем-то, идеи для поединков за нашего Человека-паука, каких ему противников выбрать. Ну и, конечно же, ребята, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики. Ну что ж, в общем-то, всем спасибо за просмотр, желаю вам удачи и до скорых встреч. Пока!